Молодежный клуб в поселке Томилино 9 лет объединяет ребят по интересам. Здесь жители округа посещают занятия карате и арт-терапии, проходят обучение фотографии и живописи, участвуют в волонтерской деятельности. Чем живет клуб в летний период, узнали мои коллеги. Работа молодежного клуба не останавливается ни на минуту. Каратисты идут на тренировку, а волонтеры собираются на очередную рабочую встречу. Ребят, всем привет. Начинаем нашу ежемесячную встречу подведения итогов в деятельности клуба волонтеров. Такие встречи клуб волонтеров проводит два раза в месяц. В ходе заседания обозначили планы на ближайшее время и подвели итоги работы за июнь. Ребята помогли с организацией молодежного форума, активно работают на гуманитарном складе, помогают расфасовывать продукты, вещи, также готовят их к отправке, а также помощь пожилым людям, кому это действительно сейчас нужно, с покупкой продуктов, лекарств и так далее. В общественной жизни округа участвует и чемпион России по карате Павел Баринов. Сегодня повседневную одежду он сменил на кимоно. Восточные единоборства стали неотъемлемой частью жизни Павла 25 лет назад. Ему едва исполнилось 4 года, когда родители привели мальчика на занятия карате. У нас не было тогда столько секций, столько учреждений, сколько есть сейчас, поэтому был выбор небольшой, особенно в рамках Томилино. Это танцы, качалка и карате. Качалка для 4-летнего парня, ну, сами понимаете, не подходит. Остается танцы и карате. Было принято решение отдать в карате. Молодежный клуб развивает также неолимпийские, уличные и технические виды спорта. Проводит занятия для любителей фотографии. Здесь можно научиться рисовать картины текстурной пастой и акриловыми красками. У каждого есть возможность найти себе занятие по душе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.